що до нашого ранкового ефіру приєдналася Оксана Борисенко, лікар-невролог. Доброго ранку. Тож зараз будемо більш детальніше розбирати, тому що такі, знаєте, сухі факти, неврологічні захворювання. Давайте так конкретно, що ж це за хвороба? Отакою простою мовою нам, як пацієнтам, щоб ми дізналися. Доброе утро. Огромное спасибо за то, что вы понимаете такую замечательную большую проблему о популяризации такого заболевания. На самом деле, с момента описания болезни прошло уже более 200 лет, потому как Джеймс Паркинсон в своем замечательном труде «Эссе о дрожательном параличе» подробно уже описал клинику заболевания. Но прошло много лет, и наука не стоит на месте, все движется, и популяризировать это заболевание очень важно, потому как пациент должен понимать, что он не один с этим заболеванием. Заболевание социальное, оно связано с нарушением движения. Вопрос в том, что в организме нарушается выработка маленького нейромедиатора, дофамина, который отвечает за плавность движения и за возможность продолжить начатое движение. То, что мы видим в клинической картине заболевания. Давай так по симптомам, чтобы мы розуміли. Скажите мне, как вы видите болезнь Паркинсона? Ну, от, наскільки я понаю, це те, що тремтіння в руках, у людини одна поза і, ну, млявість в плані розмови. Так? От, якщо щось хочеш сказати, не можеш закінчити свою фразу. Так, совершенно правильно. Но вопрос в том, что ранние симптомы, вы рассказали о развернутой картине заболевания. Ага, це ж коли маємо певну стадію якусь. Когда мы уже видим в полной мере прогрессивность заболевания, а само заболевание начинается гораздо раньше, когда у пациента начинается расстройство обоняния, он перестает чувствовать запахи, у него возникают расстройства желудочно-кишечного тракта, у него возникают какие-то проблемы чувствительности, как вы говорите, онемение и так далее. Это возникает гораздо раньше, до возникновения двигательных проблем. Это симптоматично якось хвилями чи ні? Якщо вже втратив нюхові такі здібності, воно і не припиниться, чи втратили, поновлюється? Как правило, возникает потеря обоняния, и она остается у пациента, и симптомы постепенно нарастают. И это продолжается от 3 до 10 лет, когда мы видим уже клиническую картину, развернутую, когда мы видим дрожательный паралич, как мы говорим, да, болезнь Паркинсона чаще всего, это уже прошло у пациента от момента заболевания практически 10 лет. А то давайте еще раз, если мы втратили нюх, если у нас депрессия, розлад кишково-травной системы, нам варто звернутися до якого лікаря? Сначала к терапевту, к семейному врачу, конечно, и семейный врач должен обратить внимание. Нужно сказать, что не только врач, но и родственники, окружающие. Не все же сразу могут понять, почему человек не чувствует запахи, да? Или проблемы у него желудочных, или почему у него депрессия. То есть и окружающие пациента, и врачи, и сам пациент должен обратить внимание на вот эти маленькие знаки, ранние или немоторные симптомы болезни Паркинсона. Добре, коли ж ці знаки розпочинаються? От якщо взагалі, який вік цієї хвороби? І коли оці такі перші симптоми можуть розпочатися? Считається, що болезнь уже более возрастного характера, да? Но, как правило, и, к сожалению, все болезни молодеют, и мы встречаемся с ранними формами болезни Паркинсона. Ну, практически чаще это болезнь за 40, за 45 лет, так, ближе к 60 лет, потому что по распространенности болезнь Паркинсона на втором месте после заболевания болезнью Альцгеймера, то есть относится к дегенерациям, к истощениям или разрушениям постепенным возрастным нервной системы. Який ступінь важкості? От, яка вже така крайня стадія цієї хвороби? Що відбувається з людиною? Ну, к сожалению, возможна інвалідизація, глибока інвалідизація і зависимость від посторонньої допомоги. І от чому важливо популяризувати нам і говорити про те, що пацієнт з нами, що врачі участвують в реабілітації, участвують оточуючі, родственники, що він не сам один на один. Тут большое значение имеет помочь пациенту, рассказать, что есть новые препараты, есть новые методы лечения и так далее. Потому что заболевание курабельное. Мы можем помочь пациенту, мы можем подобрать терапию, разные дозы препаратов. Существует данс-терапия, существует арт-терапия. То есть помимо того, что мы даем препараты пациенту, причем искусство подбора при болезни Паркинсона должно быть на очень высоком уровне. Мы титруем препараты, убирая одни, добавляя другие. И плюс какие-то занятия с пациентом. Это танцы, это рисование, это лепка.
Очень много, вы видели, известных пациентов, страдающих людей, это и художники, это и писатели. Да, это спортсмены, боксеры и так далее. Пациенты, которые правильно принимают препараты, способны к социальной жизни, поэтому нужно нам вытащить этих пациентов, чтобы они приходили к врачу, чтобы они обращались, чтобы родственники обратили внимание, что этого пациента можно и нужно лечить, поэтому они должны обращаться так, и лечиться. Невеликовна хвороба, но мы можем підтримувати и регресувати. Конечно, мы можем ее поддерживать, мы можем купировать многие симптомы, поддерживать пациента и его, самое главное, социализировать, что он будет участвовать в социальной жизни. Это самое главное. Кто больше наражений на эту хворобу, чоловіки чи жінки, чи немає такого розмежування? Больше страдают мужчины. По статистике в полтора раза. А вот почему не? Это, видимо, как-то генетически предопределено. Возможно, какие-то геномные страдания, Y-хромосомы и так далее. Но вот интересно, есть факторы защитные, протекторные. Считается, что употребление кофе уменьшает риск возникновения. Чи так, я читала це і хотіла запитати, у вас це правда чи ні? Да, чи это правда? Проведені були испытания, конечно, не с кофе, а с кофеином, с таблетками, когда пациентам давали, действительно, были клинические испытания, это абсолютно доказанный факт. Как и занятия спортом, занятия физической культурой. Курение почему-то является протектором. Мы долго думали над этим фактором, но, видимо, есть какие-то другие там особенности. Видимо, курильщики просто не доживают до этой. Ну, развитие этого заболевания, інші, скажем так. Інші хвороби, скажіть, чи можна якось уникнути цієї хвороби? Це ж не означає, що кожна людина, яка там за 40, за 50, вона стикнеться з цією недугою. Які ви рекомендації можете дати? Ну, наверное, рекомендації, як при любому заболеванні. Всі мають якісь в своєму геномі поломки, предрасположеності до різного роду заболевань. Скорее всего, это вести здоровый нормальный образ жизни, стремиться к чему-то, заниматься физкультурой, путешествовать. Это любовь к искусству, любовь заниматься какими-то интересными видами деятельности. То есть увлеченность, как двигательная увлеченность, так и ментальная, умственная увлеченность должна быть в человеке. Поэтому это все стремится, наверное, и поддерживает человеческий разум и геном в какой-то степени. А есть тот, кто... Не люблю цю фразу, але в зоні ризику цієї хвороби знаходиться. В зоні риска, конечно, люди, которые переносят инфекции, которые переносят травмы, токсические влияния на нервную систему. В зоні риска те, у кого есть в сім'ї заболівшої болезнью Паркінсона. Тобто генетика має місце? Так. Генетично можна, так? Так. Що ви порадили родичам, як поводитися з такими хворими? В первую очередь нужно обращать внимание на этих людей, каким образом их нужно привести к врачу. Как правило, пациенты, особенно глубоко инвалидизованные уже по данному заболеванию, сидят дома, они не выходят из квартиры, они считают, что им никто не может помочь, потому что заболевание сопровождается и депрессией, и апатией, то есть психическими нарушениями, даже психотическими реакциями возможно. Поэтому нужно привести к врачу, нужно показаться. Мы всегда в своем отделении проводим дни борьбы с болезнью Паркинсона. Мы приглашаем этих пациентов. Мы говорим о том, что это заболевание курабельно. Посмотрите вокруг, посмотрите на людей, которые рисуют, которые умеют принимать препараты и после этого рисуют великолепные картины, которые могут танцевать, которые могут двигаться и приносить пользу себе, обществу, и они не нагрузочны. Тобто, одна из таких хвороб, яка ще залежить не лише від того, як ми будемо лікуватися, а від нашого... Конечно, от нашего разума, от разума окружающих, от того, от родственников, которые возьмут и приведут за руку, доктор, посмотрите на этого пациента, давайте мы ему поможем все вместе. Так. Я зрозуміла. Я щиро вам дякую, що розповіли лаконічно, але доступно про цю хворобу. Давайте будемо берегти себе, налаштовувати себе на позитив і обов'язково будемо здоровими. Продовження цієї теми хочемо запропонувати вам нашу постійну рубрику. Я нагадаю, що в нашій студії була Оксана Борисенко, лікар-невролог. Дякую вам.